АК-12, 5,45 мм автомат Калашникова АК-12, основное индивидуальное стрелковое оружие Вооруженных сил России. Автомат АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы. С 2018 года началось полное перевооружение Вооруженных сил России на автоматы АК-12. ХАГД, 45 мм автомат Калашникова АК-12, основное индивидуальное стрелковое оружие Вооруженных сил России. Калибр 5, 45 мм. Длина ствола 415 мм. Бренд. Боевое оружие АК. Боевое оружие АК. Описание. АК-12 является основным образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений Вооруженных сил России. Автомат АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы. С 2018 года началось полное перевооружение Вооруженных сил России на автоматы АК-12. Особенности. Цевье с планками Пикатинни. Цевье с планками Пикатинни позволяет использовать любые типы сошек и упоров. Дает возможность установки дополнительного оборудования, ЛЦУ, тактический фонарь, рукоятка и ДР. Улучшенное охлаждение ствола, вывешенное цевье, складной, регулируемый по длине приклад. Складной, регулируемый по длине приклад, позволяет подогнать изделие под индивидуальные антропометрические особенности стрелка. Повышает удобство обращения с изделием. Складной приклад. Планка Пикатинни на крышке ствольной коробки. Планка Пикатинни на крышке ствольной коробки. Предназначена для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, которые значительно повышают эффективность ведения огня, в том числе в условиях недостаточной освещенности. Планка Пикатинни. Дульный тормоз-компенсатор, ДТК. Дульный тормоз-компенсатор, ДТК. ДТК минимизирует подброс ствола и снижает отдачу, одновременно уменьшая вспышку выстрела. Характеристики. Планка Пикатинни. Планка Пикатинни. На крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов. Складной телескопический приклад. Складной телескопический приклад. Вместимость магазина 30 патронов. Калибр 5,45 мм. Применяемый боеприпас 5,45 Х-39. Вес с магазином, без патронов, 3,7 кг. Общая длина, длина с разложенным прикладом, 875-935 мм. Длина со сложенным прикладом 690 мм. Прицельная дальность 800. Длина ствола, 415 мм. Длина нарезной части ствола тильда 371 мм.